Определены полуфиналисты Кубка Африки. Расскажу про все результаты 1/4 финала. Камерун нанес Гамбии первое поражение на турнире 0-2. Победители матча совершили в 9 раз больше ударов по воротам. Карл Токайкамби из Лиона сделал дубль и вышел на второе место списка бомбардиров, который увидим позже. Кто забыл, этот футболист – лучший голядор текущей Лиги Европы. Камерун выиграл все 3 очные игры в истории с сухим счетом. Беспроигрышная серия команды достигла 9 матчей. Сборная Буркина-Фасо выбила из турнира победителя 2004 года Тунис 1-0. Несмотря на всю мощь Туниса, эта сборная только один раз побеждала в очных матчах, один раз сыграла в ничью и получила 4-е поражение. 19-летний Уатара из французского Лориана забил победный гол и через 40 минут получил красную карту. Сборная Буркина-Фасо после проигрыша в первом туре Камеруну имеет 4 матча без поражений. Египет в дополнительное время справился с Марокко 2-1. Команды встречаются между собой с 1961 года, когда Гагарин полетел в космос. За последние 15 очных игр Египет одержал только вторую победу. У Салаха гол плюс пас, его сборная 4 матча идет без поражений. А сборная Марокко побеждала на турнире единственный раз в далеком 1976 году, но в этот раз не суждено. Сенегал был сильнее экваториальной Гвинеи, которая занимает 114 место в рейтинге FIFA. Интересно то, что команды встречаются исключительно на Кубках Африки. Счет противостояний 3-1 в пользу Сенегала. Сенегал уверенно идет к победе, имея серию из 11 матчей без поражений. Внимательно смотрим пары 1/2 финала Буркина-Фасо-Сенегал. Игра назначена на 2 февраля. Буркина-Фасо в третий раз за последние 5 турниров сыграет в полуфинале. Высшее достижение – второе место. Высшее достижение Сенегала – полуфинал. Во втором полуфинале Камерун сыграет с Египтом. Игра запланирована на 3 февраля. У Камеруна 5 побед на Кубке Африки. У Египта 7 кубков континента. Победители сыграют в финале. Проигравших ждет матч за 3 место. Напомню, турнир 2019 года выиграл Алжир. Сенегал занял 2 место, Нигерия получила бронзу, а Тунис стал 4-м. Лучшие бомбардиры и ассистенты. Абубакар из Камеруна забил 6 голов. Токайкамби из Камеруна имеет 5 мячей и 3 игрока отдали по 2 паса. Ставьте лайк, если информация была полезной. Смотрите результаты жеребьевки стыков. В Африке не прощаемся.